В начале беседы разговор зашел об одной из основных проблем развития республики. Руководитель региона доложил, что в настоящее время ведется активная работа, связанная со снижением государственного долга. Предметная работа с Минфином России. Сейчас есть понимание. Был доклад президента Российской Федерации по ситуации. И мы выходим на определенные решения, которые позволят нам и участвовать в национальных проектах, ну и в дальнейшем работаем над тем, конечно, чтобы ограничения были сняты. Поддерживаем решение вопроса, потому что ситуация из всех регионов округа, Мордовия самая тяжелая по соотношению долга к доходам бюджета. И надеемся, что решение этого вопроса с Министерством финансов, с федеральными органами власти будет способствовать развитию республики. Также речь шла о подготовке к выборам. Напомним, в республике они пройдут на всех уровнях, начиная от выборов муниципальных депутатов и заканчивая выборами главы Мордовии. Артем Сдунов подчеркнул, что перед органами власти и общественными институтами стоит общая задача – обеспечить объективность и демократичность избирательного процесса.